Губернатор края Александр Ус уволил 3 членов регионального правительства. Свои посты покидают исполняющие обязанности министра социальной политики края Галина Пашинова, его министра культуры края Елена Мироненко и исполняющие обязанности заместителя председателя правительства края Юрий Захаринский. Сегодня губернатор поблагодарил их за работу и вручил почетные грамоты. Долго пустовать их кресла не будут. Юрия Захаринского сменит Анатолий Цикалов. В должности зампредседателя краевого правительства он будет работать с северными территориями. Галину Пашинову сменит Ирина Пастухова, бывший первый замминистра финансов региона, отвечавшая за межбюджетные отношения. А вместо Елены Мироненко развивать культуру будет Аркадий Зинов, заслуженный артист Российской Федерации. Ему 42, уроженец Уфы, с 2003 года работал в Красноярском театре оперы и балета. С 2013 возглавлял хореографический колледж. Отмечу новые лица и на других руководящих должностях. Так, Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края возглавит бывший замминистра Евгений Афанасьев. За цифровое развитие будет отвечать Николай Распопин, а заместителем губернатора, отвечающим за работу с федерацией, назначен Андрей Недосеков. Новое правительство сформировал и Виктор Томенко, бывший норильчанин, ныне глава Алтайского края. Кресло заместителя председателя занял наш земляк Игорь Степаненко. На Алтае он будет курировать блок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Игорь Борисович хорошо знает норильчане, особенно жителей Кыргызстана. С 1985 года он работал учителем истории, а затем стал и директором школы номер 11. В 1996 был избран на должность главы Кыргызстанского местного самоуправления. В годы 2007 отставил интересы жителей района. В 2007 Игорь Степаненко ушел в правительство Красноярского края. Сейчас ему 55 лет. 9 малышей за 3 дня. В Норильском перинатальном центре открылся счет. С мамой первого родившегося сегодня встретилась Вера Шелипова. Вот у нас такой замечательный сыночек родился. 3,5 килограмма счастья. Так о своем сыне говорит Нагиза Чинканова. Ирыс, в переводе с киргизского «счастливый, богатый», первенец не только для их семьи, но и для Норильского перинатального центра. 20 октября ровно в 15:15 малыш оповестил всех о своем рождении. Роды хорошо прошли. Конечно, тяжело было, но как своего ребеночка увидела, уже про все боли забыла. То, что счет открыл мальчик, многие назвали хорошим знаком. Домой мама с сыном отправится 24 числа. Пока женщина ухаживает за ребенком под присмотром врачей. Персонал здесь отзывчивый, говорит Нагиза. Плюс палата одноместная, никто не мешает. Да и удобства все рядом. В медицинском учреждении 110 коек, 50 из них приходится именно на послеродовое отделение. Лично я в приметы не верю в принципе, и вот это количество мальчиков к войне, там, а девочек каким-то другим событиям, это полная ерунда. Это сугубо медицина, генетика, хромосомные все вещи. Кто первый добежал, тот и будет, мальчик или девочка. Долгожданный и желанный. Так о перинатальном центре говорит главврач межрайонной больницы Константин Горбель. Конечно, я волновался, я последние несколько месяцев дожил здесь практически, я домой не каждый день ходил ночевать, но это было нужно. И персонал, конечно, медицинский, они все большие молодцы, они после своей основной работы там в родильном доме, они приходили сюда, они все отмывали. Хотя отделочные работы и не закончены, перинатальный входит в плановый режим. Сейчас в роддоме на Богдана Хмельницкого готовится к выписке 10 норильчанок, так что в среду все палаты там опустеют. А вот отделение второго этапа выхаживания новорожденных из детской больницы переедет в Аганер в ноябре. Вера Шелипова, Андрей Казак, Вести, Норильск. Упражнение в невесомости. В Норильске открылась цирковая школа на базе Центра развития личности «Старт». Появление оригинальных курсов стало возможно благодаря гранту программы Норникеля «Мир новых возможностей». На открытии заполярного цирка побывала Маргарита Бутыченкова. Какой ребенок хотя бы раз не задумывался о цирковой жизни, не мечтал стать воздушным гимнастом или смелым эквилибристом? Саше Беляевой 13 лет, и она уже не мечтает, она уверенно идет к своей цели. Я туда пошла, потому что гимнастика – это мое. Я занималась несколько лет акробатикой, потом поняла то, что мне нужно в цирковую. Присоединиться к Саше может любой желающий. Норникель в рамках программы «Мир новых возможностей» выделил 1 000 000 рублей на заполярный цирк.
программе воздушная гимнастика, акробатика, стретчинг, жонгляж, пластика, эквилибр и даже актерское мастерство. Группы рассчитаны на все возрастные категории, от малышей до взрослых. И люди, ну, здесь голодные, да, по чему-то необычному, оригинальному. И цирк – это вообще оригинальный жанр. Конечно, хочется поблагодарить благотворительную программу «Мир нового космического никеля». Без них мы, конечно, не справились бы, да, то есть они нас поддержали. В прошлом году экспертный совет Норникеля поддержал 65 проектов. Всего было 242 заявки. Благотворительная программа «Мир новых возможностей» действует уже четвертый год. За это время различные организации воплотили в жизнь более 400 проектов. На их реализацию выделили почти 400 миллионов рублей. Благодаря грантам в городе появились, например, творческие мастерские, студия ремесел, театральная бэби-среда, а теперь и цирковая школа. Был подан этот проект по самому востребованному направлению конкурсному «Плюс будущее». Это работа с детьми и подростками. Ну, можно отметить, что проект содержит какие-то новаторские схемы и новые технологии по работе с детьми и для развития личности. На открытие школы пригласили профессионалов всероссийского уровня. Людмила Тарабанова сразу развеивает иллюзии. То, что кажется таким легким и простым во время выступления, на самом деле тяжелый труд. И если уж решил связать жизнь с цирком, придется выкладываться. Нужно отдаваться полностью тому, чем вы занимаетесь. То есть не должно быть причины, чтобы не пойти на тренировку. Нужно искать причины и возможности, чтобы их посещать. На вопрос, есть ли будущее у Норильской цирковой школы, Людмила Тарабанова с улыбкой отвечает: все впереди. И судя по тому, какой ажиотаж вызвал мастер-класс после выступления артистов, за полярному цирку быть. Маргарита Батыченкова, Сергей Карпов. Вести, Норильск. Норильские полицейские выясняют обстоятельства ДТП на Талнахской трассе. Сегодня в 14 часов на 12-м километре «Шкода» врезалась в КАМАЗ. По предварительной версии, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. 39-летнего мужчину извлекли из автомобиля и отправили в городскую больницу. Водитель грузовика не пострадал. По словам сотрудников ГИБДД, оба водителя были пристегнуты. Это позволило избежать более серьезных последствий. Счастливое завершение драматической истории. Спасенная на городском озере собака вернулась домой. Сегодня днем за спасательной операцией наблюдали десятки прохожих и учеников ближайших школ. Слышим, собака воет. Мы побежали тут же. Видим, собака тонет. Мужчина начал ее доставать. Минут 20 он за ней пытался ее вытащить. 15 он пытался на берег ее вытащить. У мужчины замерзли очень сильно руки и... Он еле ее достал. Ему даже кинули веревку с палкой, чтобы его достать. На помощь подоспели отряд спасателей, экипаж патрульно-постовой службы. С помощью резиновой лодки специалисты смогли подобраться к собаке и вытащить ее из озера. К этому моменту измученное животное провело в ледяной воде уже около 40 минут. Сейчас спасенная собака приходит в себя на руках хозяйки. Женщина рассказала, Лора, именно так зовут провалившуюся под лед дворнягу, сбежала во время прогулки. Историю счастливого спасения и координаты приютивших Лору людей хозяйка собаки узнала из соцсетей. Она пообещала не спускать питомца с поводка. Здравствуй, Мишка, как живешь? Подведены итоги городского этапа акции «Письма животным». Основная цель, которую ставили перед собой организаторы – привлечение внимания детей и взрослых к биоразнообразию природы России и необходимости его сохранения. Около 200 посланий юных норильчан были доставлены обитателям Крайнего Севера. Им писали воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. Малыши выбирали любимое животное, писали короткое письмо, оформляли конверт с адресом и рисовали портрет выбранного адресата. Подводя итоги, сотрудники Объединенной дирекции заповедников Таймыра проанализировали, кто из представителей заполярной фауны получил больше всех весточек. На третьем месте рейтинга – северный олень и писец, на втором – путоранский баран и полярный волк. А больше всего писем получил белый медведь. 20 лучших посланий отобрали для межрегионального этапа акции. Итоги подведут в середине декабря. Я написала письмо белому медведю, потому что он очень красивый и добрый. Ну ты теперь будешь точно беречь природу? Очень сильно.
Белые журавли снова в Норильске. В рамках цикла патриотических мероприятий «Во славу Отечества» публичная библиотека провела уже третий творческий конкурс, посвященный Великой Отечественной войне. На гала-концерте наградили участников и победителей в трех номинациях – песни, танцы и стихотворения. Оксана Завгородняя пообщалась с юными талантами. Девятиклассник Саша Крюков в конкурсе «Белые журавли» участвует впервые. И сразу результат – второе почетное место. Старая добрая песня советских лет, предложенная педагогом, говорит, ему сразу понравилось. И мелодия приятная, и текст душевный. Главное было побороть страх перед сценой. Сначала, вот, когда был первый тур, то есть сам конкурс, мне было страшно, потому что я выступал в конце, и, как ни странно, в конце, когда выступаешь, страшно. Но сейчас я более серьезно подготовился, и уже не страшно было. А Полина Карнаева стала первой в своей возрастной категории. Без фальши спеть нелегкую композицию о войне, признается девятилетняя вокалистка. Ей помогли не только репетиции, но и любовь к родине. Сами фашисты, они так подло все это делали. Я хочу посвятить эту песню всем солдатам, которые погибли, и поэтому я выбрала эту песню. Еще одна победительница — Елизавета Саблева. Она стала первой среди старших чтецов. Литературные конкурсы одиннадцатиклассница старается не пропускать, тем более патриотические. Таким образом, школьница отдает дань памяти погибшим в годы войны. Я всегда представляю и пропускаю через себя все то, что переживали люди в то время. Я всегда очень централизованно и организованно подхожу к выбору стихотворения. Впервые в «Белых журавлях» выступили хореографические коллективы. Среди победителей – ансамбль «Веселая семейка» из 6-й школы. Маленьким танцорам выступать было сложнее других, ведь они учатся в классе для слабослышащих, поэтому танцуют с помощью своего руководителя. 29 финалистов вложили в свои выступления не только талант, но и душу. Ведь, готовясь к конкурсу, не просто учили слова и музыку. При отборе произведения дети знакомятся с историей, они вникают, они задают вопросы своим учителям. А что это такое? А почему вот так? И они из-под воль, не замечая этого, они уже изучают историю своей страны. И, конечно, она им запоминается гораздо лучше и крепче, нежели по школьной программе. Все 29 участников гала-концерта получили грамоты и подарки. И самый главный приз – аплодисменты благодарных зрителей. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, «Вести Норильск». Перинатальный центр Норильска начал работу. В субботу в учреждение поступили первые пациентки. В клинике образованы работы приемно-родильного и послеродового отделения, операционный блок, отделение реанимации и патологии беременности. Медицинский персонал прошел обучение для работы на новом оборудовании. Установлена система контроля доступа на объект. Напомню, на строительство перинатального центра из бюджета региона было выделено более 3 миллиардов 100 миллионов, почти миллиард из федеральной казны. Площадь помещение центра свыше 22,5 тысяч квадратных метров, мощность 110 круглосуточных коек. Закуплено 3686 единиц медицинского оборудования, в том числе инкубаторы для выхаживания новорожденных, аппараты ИВЛ, мобильный рентгеновский аппарат. По последним данным, в новом центре родились уже 9 малышей. Летняя навигация 2018 завершается, и на Енисее близится ледостав. До того, как водную артерию полуострова успеет сковать льдом, речным судам нужно успеть вернуться в Красноярск. Сегодня у причалов Дудинского порта ажиотаж под обработкой 14 единиц флота. Еще с десяток самоходных барж и толкачей на рейде. С какими результатами речники покидают заполярную столицу, расскажет Наталья Бояринова. На Таймыре подходит к завершению летняя речная навигация 2018 года. Обычно она заканчивается в середине октября. В этом из-за затяжной осени она продлится на 4-5 дней дольше. И ориентировочно корабли уйдут в Красноярск на зимний отстой в 20-х числах месяца. Капитан ОТА-917 Дмитрий Краснов работает на Енисее более 25 лет. Из них последние 10 на линии Красноярск-Дудинка. Более 4 месяцев не был дома. Сегодня до конца навигации осталось несколько дней. Считает часы до встречи с родными. Его озерный толкач участвует в расстановке барж на рейде, а также помогает судам подойти к причалам под погрузку. Отмечает, сибирская река в эту навигацию показала свой суровый нрав. Сложность то, что ветра, очень сильные ветра здесь.
Иногда там очень сильно бывает, там до 25, до 30 метров порывы бывают. Здесь уже работать очень сложно. Практически мы, скажем, не работаем. По последним годам мы уходили сюда 6-го, там, 5 октября, а нынче вот уже задержались. Когда планируете обратно путь? Ну, наверное, в понедельник. Каждая навигация в Дудинском порту по-своему уникальна. В 2018-м речники вышли на новый уровень. Первую экспериментальную партию в 5000 тонн древесины отправили по Северному морскому пути в египетский порт города Александрии. В этом году возобновились перевозки пилоэкспорта направлением Лесосибирский речной порт и Дудинка. В этом году было два морских судна. Был Сибиряков и Кузнецов. Кузнецов ушел буквально сегодня утром. Эта линия будет Дудинка, у них Египет. Эти перевозки были заброшены с 90-х годов. Танкеры с нефтеналивом, уголь, песок, щебень, различные металлоконструкции и техника, а также технологический груз. Более 1200 судозаходов в порт Дудинка совершили за лето речные корабли. Сегодня самые напряженные дни. Надо многое успеть. На причалах краны и техника разгружают и загружают суда. В целом навигация удачная. Значит, все планы, которые запланированы Енисейским пароходством, они выполнены. Вот, по предварительным данным, значит, у нас грузооборот составил 1 900 000. Это в направлении Дудинки, то есть по прибытию. А по отправлению 1 700 000 тонн. Вот. Ну, в целом, работа безаварийная. Тем временем в акватории Дудинки уже появилась шуга. Рыхлый снег превращает поверхность реки в кашу. Температура воды у причалов около 0 градусов. В самом Енисее пока плюс 5. Ледообразование ожидается в начале ноября, что позже многолетних значений на 6-8 дней. Наталья Бояринова, Олег Гармаш, Вести, Таймыр. Госдума смягчает правила возврата невозвратных авиабилетов. Вернуть полную стоимость можно будет в случае болезни близкого родственника. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс одобрены в первом чтении. Сейчас пассажир может отказаться от полета и получить заплаченные за билет деньги, если заболел член его семьи или близкий родственник, который должен был лететь тем же рейсом. Если же поправка получит статус закона, даже за невозвратный билет можно будет вернуть деньги просто в случае болезни близкого родственника. В нынешней редакции законопроект не предусматривает каких-либо требований ни к медицинским документам, ни к характеру заболевания, поэтому не исключена вероятность, что авиакомпании будут вынуждены возвращать деньги даже в случае, если родственник заболел, например, ОРВИ. Эксперты считают, что ко второму чтению законопроект необходимо доработать. Россияне стали меньше зарабатывать и больше тратить. К такому выводу пришли специалисты Росстата. Согласно приведенным данным, средняя зарплата россиянина в августе составила 41 140 рублей. Это на 7% больше, чем годом ранее. При этом реальные денежные доходы населения с начала года сократились почти на процент. Зато на покупку товаров и оплату услуг россияне с января по август потратили почти 78% от своих доходов. И это самый высокий показатель за последние 15 лет, отмечают эксперты. Отмечу, 64,5% населения оценивают свое текущее материальное положение как среднее, не очень хорошее, но и не слишком плохое. Свой анализ представили и красноярские статистики. Они выявили, что женщинам в нашем регионе сложнее найти работу. В среднем на поиски они тратят чуть более 7 месяцев, тогда как мужчины – 6. По итогам третьего квартала текущего года численность безработных в Красноярском крае составила 78 800 человек. Это чуть более 5% работоспособного населения региона. Больше всего среди них людей в возрасте 25 до 50 лет. Зачастую люди ищут новое место работы через родственников и друзей. К такому способу прибегает 57,5% безработных. Остальная часть соискателей размещает соответствующие объявления в СМИ и интернете. В службу занятости обратилось лишь 22% нуждающихся в трудоустройстве. Отмечу, в этом месяце без работы осталось 2700 человек, а устроились только 2300. 23 октября в Норильске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 5 до 7 градусов со знаком плюс.